Тем временем Монтепаски отзащищался и уже с мячом Римонтас Каукенас открывает счет в Олимпиакосе. Его взяли на карандаш, предложили контракт, а после вот этого сезона Петру Арадори, защитник, 194 сантиметра роста, 88 года рождения. Кшиштоф Лавринович обманным движением, по сути, нем во втором по значимости Еврокубке, который, в принципе, так и называется, Юрокап или Еврокубок, под эгидой УЛЕП, вывел команду в финал 8, в котором тут же в четвертьфинале уступил будущему чемпиону Летовос Ритас, но, тем не менее, в том сезоне, в этом турнире был признан тренером года Актай Махмути, будучи наставником Бенетона. А нам повторили еще раз. Устремляется в трехсекундную зону. Ара Кочевич ищет вариант для броска. Не точно. Команды действительно много классных снайперов. И набирать очки не такая уж проблема. Но просит в то же время внимательнее действовать в защите, поскольку удачные действия на половине соперника тут же теряют свой вес, когда команда пропускает ответные атаки гостей. И естественно, что наставнику итальянцев некоторая расслабленность его подопечных в защите нравится не может. А Шамперт, Арслан, Сангайло из угла, точен со средней дистанции, 40-31. Женское кольцо делает это Яко Лакович, но дальний бросок в его исполнении не точен. Зато Римонтас Каукенас набирает 2 очка со средней дистанции. А дальний бросок удается Каукенас. 11, весьма и весьма много для этого отрезка. Посмотрим, сумеют ли наладить защитные действия. В течение нескольких лет в Москве помним этот стабильный средний бросок, хотя и с трехочковой дуги Дэвид бросить точно тоже может. Издали отзащищали, забрали подбор на своем щите хозяева. И теперь Римонтас Каукенас, разыгрывающий Галатасарая, но тем не менее мяч остается у хозяев. И Каукенас, легкие 2 очка. После начинает новую атаку Монтепаски грек. Передача на Арадори. Скидка на периметр. С мячом вновь Зисис. И поднимает в воздух Лавринович своего визави. Потом отдает скидку на периметр и доводит дело до... В итоге подкорректировал, добавил мяч в кольцо после смазанного броска литовца. И на счету Монтепаски уже за мяч под щитом Галатасарая поборолся Кшиштоф Лавринович. Однако после подбора мяч потерял. А очередной неспортивный фол фиксируют судьи. Это в споре двух литовцев сдали нервы у Дариуса Сонгайлы. Первый на мяче был Римонтас Каукенас, однако соотечественника решил подержать за ручку 25-й номер Галатасарая, за что и был наказан. Неспортивным фолом, и Римонтас Каукенас отправляется пробивать штрафные. К выходу на площадку тем временем готовится Престон Шамперт. Неумолим с линии штрафного броска Каукенас. Очередные 2 очка в его исполнении. А Кшиштоф Лавринович тем временем садится на скамейку и
Симоне Пьяниджани тоже есть что сказать.